Комиссии уже сформированы. Всего в городе затоплено около 900 домов на 48 улицах курорта. И для каждой улицы собрана отдельная комиссия. Заместитель губернатора края Александр Саурин прибыл в Сочи именно с этой целью. В каждую группу включен представитель БТИ и жилищной инспекции. Они обследуют дома на состояние, выявляют аварийные, не аварийные. И в зависимости от этого будет приниматься решение. Если у нас есть аварийное жилье, то мы переселяем из аварийного жилья и смотрим выискиваем модель компенсации либо предоставления взамен утерянного другого жилья. О результатах этой работы каждая такая комиссия должна будет доложить в администрацию своего района уже сегодня. Каждый, кто пострадал из-за паводка, получит единовременную выплату 10 тысяч рублей. 50 тысяч выплатят тем, чей дом пострадал частично, если вода вошла в дом менее чем на 30 сантиметров. Первый этаж выше 30 сантиметров уровень воды – это полностью утраченное имущество. То есть это... Те же, чей дом вода залила выше, чем на 30 сантиметров, получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Но если в пострадавшем здании два этажа, то независимо от того, как пострадал первый этаж, ущерб также будет частичным. И выплата составит 50 тысяч рублей. Каждая сумма рассчитывается на человека, то есть сколько людей в доме зарегистрировано, настолько и умножается сумма. Чтобы было понятно, если семья из трех человек и ущерб максимальный, то через две недели они получат 330 тысяч.